Картина маслом. Эти две женщины работают на сберкассе. А сберкассу они не могут открыть. Потому что там сидит чья-то огромная собака прямо под дверью. Ее плохо отсюда видно. Она ужасно огромная. Трутся они уже минут 15. Собака решила сойти. Все, смотри, как побежала-то быстро. Где там хозяин? Нету, она без него бегает. Вот тетки только сейчас пошли. Человек собаки друг, это знают все вокруг, это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два, нет добрее существа. Лапу первым подает, лапу первым подает, волю нервам не дает, волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Оу! И на кошек ноль внимания, вот это воспитание.